В детской школе искусств города Видное состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 11-й спартакиады городских и сельских поселений Ленинского района. С каждым годом растет уровень проведения спортивных состязаний, все больше людей вовлекаются в занятия спортом. В этом году в спартакиаде приняли участие около 3000 жителей района. Занятиям спортом способствуют и в том числе воркаут-площадки, и новые школьные спортивные стадионы. За полтора года их в районе построено 14, отметил заместитель главы администрации Дмитрий Волков, поздравляя спортсменов. Есть такая прекрасная программа «Школьный двор», где вам, нам, всем населению можно и во внеурочное время, и в выходные дни спокойно заниматься спортом, показывать пример для своих детей. 2016 год богат не только на спортивные достижения команд городских и сельских поселений района, но и на юбилейные даты муниципальных спортивных учреждений, тренеры которых ведут постоянную работу по вовлечению жителей в здоровый образ жизни. Хотел бы поздравить всех сотрудников Центра спорта с 5-летним юбилеем. Всем здоровья. На будущее стремиться всегда вперед, брать большие задачи, воспитывать молодежь. Ну, привлекать жителей больше заниматься физической культурой и спортом. В зачет 11-й спартакиады было проведено 15 соревнований по 11 видам спорта. Кроме того, состоялось 4 соревнования вне зачета. Победителями и призерами стали третье место команда сельского поселения Развилковская, второе – команда городского поселения Видное и на первом месте команда сельского поселения Совхоз имени Ленина.